Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Здравствуйте, уважаемые рыболовы города Тольятти и все, кто нас сейчас смотрит. В эфире программа «Рыбацкие байки» и я, ее ведущий, Павел Павлов. Год уходит. Это крайняя рыбалка в этом году. Сегодня поедем на волну окуня ловить. Это место в черте города знают и любят тольяттинские рыбаки. Называется «Волна» в честь одноименной базы отдыха, расположившейся на берегу Жигулевского моря. И калиточка была рядом с парковкой. Так удобно. Теперь ни того, ни другого. Парковка только для проживающих, а калитку наглухо заварили. Частная территория. Вспомнил молодость, перелез через забор и ступил на твердую воду. Здравствуй, море! Я решил изменить традиции и вместо того, чтобы броситься на рыбаков с телекамерой, первым делом распаковал ледобур и продырявил лед. Да, не сдержался, уж больно соскучились руки по удочке. Думаю, вот поймаю хоть какую-нибудь рыбешку, а потом и с байками разберусь. И вы знаете, в первой же лунке случилась уверенная поклевка, и первый морской окунек съежился от мороза. Потом был второй и третий. Рыба клевала со дна. Поклевки судака и окуня были в каждой лунке, но на тройнике моего перламутрового линдруса засекались почему-то только самые конопатые отчаянные матросики. У соседей тоже поклевывало. На все. На мормышки с опарышем, на балансиры и на вертикалку с нерыбацким названием «каблучок». И это, несмотря на резкое похолодание до минус 20, северный промозглый ветер, магнитные бури и вспышки на солнце. Короче, все как всегда. Кто умеет, тот без рыбы не останется. Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Час без малого утолял я первую страсть рыбацкую. Пора и вторую страсть потешить, поболтать с баечниками. Поеду на берег Волги, спину покидаю. Приезжаю, там льдинки плавают. Вернулся обратно, спиннинг подальше, взял удочку и пошел искать эту окуня. По льду уже, без спиннинга. Ну, поймал все-таки. На следующий день мало показалось, поехал к пескалы. Но пескалы мне показал кукиш, там ничего я не поймал. Через день поехал опять на Копылово. Приехал, сел на свои места и начал рыбачить. И представляете, килограмма три. Вот такой окунь. Крупный такой. И сейчас я вытаскиваю из холодильника крупного окуня. И думаю, неужто я попал в такой вот разбор окуня. До сих пор так нравится мне вспоминать. И ловил я на 0,1 леску. Такой крупный, хороший окунь. Перед Новым годом. И мне это все нравится. Вот первый окунь только пришел тут сразу и поперло. Люди скромничают. Погода фуфла, рыб клюет. Хороший, ровный. Вот, молодец. Вот так. Глубина, говорит, 9 метров. Ловит на вертикалку малюсенькую. Вот, постояли, поговорили 3 минуты. Одна история была весной. Ну, решил с удочкой уже летней, с поплавком, сюда, на Саровку прийти. Ну, прохожу, охрана не пускает. Ну, я здание так хожу. Выходит оттуда паренек. Ну, тоже, говорит, не положено. Ну, а потом, говорит, ты, говорит, оставайся, ладно. В здание заходит, выносится сачок вот эту, без палки. Ага. И вот сидят они там. Подымают только эти карась, вот такой здоровый прям. Ну, что, дали мне пять штук, я удовольствие получил, да. И домой. Ну, он предупредил, говорит, больше никогда не приходи. Ага. Так, здесь мормышка. Это называется муравей или как? Муравей, называемый. Ага, медный. А подсадка есть какая? Опарыш. Опарыш. И что клюет? Окунь. Окунь. Слово какое. Кунишка. Погода задувает. Вот, работает. Два опарыша. Прошла минутка и... Поклевка, вот он счастливый обладатель. И ловится нормальный окунок.
Мы собирались на рыбалку, вот, а накануне получилось так, что оборвали много своих приманок. Была зимняя рыбалка, ну, балансиров, соответственно. А у нас товарищ работал в одном из рыбацких магазинов. Вот. Мы ему звоним: Андрей, ну, там вот нам надо... Мы называем этот балансир по его цифровому обозначению, букинному обозначению. Мы его называем Бург. Да, есть там такой, одного, да, известного производителя. Вот. Ну, мы звоним и говорим: Андрей, нам три бура, пожалуйста, отложи там сторожу, мы приедем, звоним, чтобы нам отдал, потому что он там не найдет. Ну, хорошо. Подходим, значит, в магазин утром, там, в 7 утра, в 6, я не помню. Подходим, звоним, откроется там окошечко, мы говорим: нам вот Андрей должен был отложить три бура. Ну, хорошо, сейчас, с вас 5-100. Мы так не поняли, но вы же 130-е заказывали. Вот как-то так. Ледобур вместо балансира. Да, да. Значит, приехали мы в Мордово. Ну, где-то уже темнота была. Начали переодеваться, переоделся, все. Напарник у меня ушел, к машине. Думаю, ну, сейчас придет. Стоит лодка, Ну, проверяю прозрачность, включаю фонарик. Смотрю, возле лодки, ну, щука стоит. Ну, я ее это, думаю, вот это фартануло. Я говорю: быстрее, я тут это ружье накачу, что-то раз, чик. Захожу потихонечку, вот так, тут пацан идет. Я говорю: тихо, тихо, смотри, говорю, спугнешь, блин. А смотрю, она на кукане стоит. Кто знает, с Мордовы выходим, поворачиваем эту первую протоку, выходим, поворачиваем налево, плывем. Есть там заход в озеро, самая первая протока, вот, мелкая там такая. И я так подплываю, так вроде как вот так вижу, ага, вот здесь вот морда торчит, она спрятанная вся, так вот плавники вот такие вот торчат. Бах! Она меня вот так вот, оп, провела, всю траву вот так в кучу, как веник взяла, вот так вот. Ну, я встал сразу, глубина вот такая, встал, дышу, все, отдышался, она вроде успокоилась. Плываю потихонечку, вот так вот, раз, и такое вот тело, вот. Туда. Ну, вроде как, надо было по-другому сделать. Ну, хотел схватить ее. Она как даванула, у меня такой бах, вот так, и гарпун вот так, и погнулся. И сошла? Сошла, да. Братан подплывает. Че, как? Я ему гарпун показываю. Смотри. Это что это было? Я говорю: это было, едем домой. Все. Вот сначала счастливое лицо рыбака. А теперь покажу, чего он тут на шарашил. Вот смотрите, какой его кровавый. Вот это мамка, вот. Красавица, наверное, полкило. Ну, 485, ладно. Ну вот, полтора десятка хороших, ровных. Окуней. Молодец. Недаром день прошел. Как улов сегодня? Улов сегодня отличный. Ага. Хорошо посидели, половили окунька. Далеко ходили? Ну, 500 метров от берега. Ага. Глубина? Глубина 13 метров, но уловили в основном на 9 и на 11 метрах. Ага, то есть не со дна? Повыше. Не со дна, да. Со дна клевало, но очень редко. Вот. Попадался мелкий такой судачок, но это штрафной. Очень незачетный, который только выкидывать приходится. А так все нормально. Ну, сколько поймал, например? Ну, сколько тут, я вот не знаю, сколько тут поймал. Ну, мал-мал есть он. Ну да, 3 килограмма точно. Ну, не знаю, 3 не 3. Ну, норм, вот, ну, хороший. Окунек вон хороший. Хороший, молодцы. Вон. И на коптилку, и на жарку. Ну все, да, вон у друг тоже. Как у друг чего? Как вас зовут, друг? Александр. Ага, Саш, что? Ну тоже поймали, вот смотрите. Ну я вижу, пакет-то здоровый. Да. Нет, хорошо его половили. Нет, хорошо, клевало. Все на балансир, да? Что на балансе ловили мы? Молодцы. О, хороший. Хороший. Ага. Молодец, Джон. Молодец.
и фирму продал еще. Прорекламировал. Дай бог здоровья каждому баечнику, который выкроил несколько минут в рыболовной горячке, чтобы подарить нашим телерыбакам интересную байку. Теперь у меня их на две программы вперед. А с таким запасом можно и расслабиться, нарыбачиться до отвала. Дома не сидите, морозным воздухом дышите. Ну, пора подводить итоги. Вот сегодня за 3 часа я поймал 10 рыбок. Это, конечно, не важнецкий результат, но все равно я с рыбой. Самый крупный, вот это, грамм, наверное, 250. А остальные вообще, ну, в коптилку пойдет. Чем я вас и поздравляю. Я надеюсь, что в новом году рыбы будет больше и крупней. Чего я вам желаю. Сейчас реклама наших уважаемых спонсоров, дай бог им здоровья, а затем снова вернемся на рыбалку. Так что не переключайтесь, прощелкайте самое интересное. В этом черном-черном городе, по черной-черной улице, ехала черная-черная машина. Из нее вышел человек в черной одежде. Ну что, покатаемся? По черному-черному городу. Лада Веста Кросс. Специальная серия Black. Только светлые эмоции от черного-черного. В черных-черных горах или в черном-черном лесу. Новый год. Время чудес. Давайте включим машину времени и перенесемся на год назад. Посмотрим одну прошлогоднюю веселую рыбалку. Приехал. Место это называется Волжский замок. Разгрузился, хочется поскорее выйти на лед, но сначала соберем информацию на берегу. Куда собрались? На рыбалку. Не, я понимаю, я про то, что на технике, вот. То есть на дальняк, по-любому. Вы же не пойдете вот 200 метров от берега, чтобы заводить тачку. Искать вот такую рыбу, огромную. А где такая рыба есть? Где-то там, точно она есть. Вот они, обладатели техники. А кому-то пешочком. Пробурил лунку, размотал удочку, прицепил заветный линдрус и опустил снасть на дно. Ждать пришлось совсем недолго. Окунек как будто ждал мой балансир. Поклевка, и первый полосатик засветился в объективе камеры. Вот и мне улыбнулась удача. На балансир линдрус, мой любимый линдрус, попался окунек. Первый на этой рыбалки. Ну, у меня хоть что-то есть. А у мужиков пока нет. Вот второй из лунки. Второй чуть покрупнее. Первый мелкий. А этот покрупнее будет. Уже грамм на 10 крупнее. Вот такой на балансир пятерочку поймался 100-граммовый полосатый окунек. Нет, красота! Раз, два, три, четыре, а вот пятый окунек. Я пока в чемпионском звании. Да-да-да, лапки в сторону, плавнички врозь. Красноперый! К обеду и другие рыбаки замахали руками, вываживая окуней. Настроение улучшалось с каждой выловленной рыбкой. Что ж, значит, придется отложить удочку и снова вооружиться отогревшейся камерой. О! Чтобы понятно было, какого размера рыба. Это с учетом, что он мелкую отпускал. Это вся средняя. Нет, средняя. И типовая. Вот. Ну, помаши ручкой, молодец. Конец рыбалки, и все-таки улов неплохой. Ни шеи вам, ни хвоста. Водяном посылайте всех. Нафиг. Ловите
больше. Наматывать леску на катушку можно научиться дома, а вот бурить лунки только на застывшем водоеме. Отец показал как, а пацан должен повторить. На все про все одна минута. Время пошло. Вот уже осталось чуть-чуть. Давай, давай, и нефть пойдет. И будешь ты богатый. Наш новый знакомый, Александр, принципиально ловит только на мормышки. И окуня, скажу я вам, на крючки его снасти садятся чаще, чем на тройники балансиров. И рыбка немала, и байка весела. Ловили мы судака на молодецком кургане, ну, не очень давно, по первому льду. Лед тоненький был такой. Попался мне судачишка, килограммчик так, на полтора. На балансир. Тащу. Ну, балансир, у него болезнь такая. Он в последний момент цепляется за кромку льда. Оттуда. Зацепился, судак сошел. Ну, судак, видать, был в шоке от того, что глубина большая, да? И вот он вдоль луночки так вот проходит потихонечку. А лед прозрачный? Лед прозрачный. Я его вижу прекрасно. Угу. Что делать? Стою на коленках, за хвост его взял. Значит, держу. Он потихонечку у меня, значит, из руки-то выскальзывает. Мужики рядом. Походили-походили. Че ждешь? Хватай зубами, говорит, за хвост. Недолго думая, хватит его зубами. И держу. Вы потихонечку вытаскивай. Хватит, откусил ему хвост. И он у меня прямо вот так вот раз и в лодочку. И потихонечку так и ушел. Мужикам кричу, говорю, если поймаете судака без хвоста, это мой. О, ага. Вот вытряс все-таки. Вот такие вот нестандартные у нас клюют. Гонит вот сейчас как раз здесь окуня. Самый стандартный. А так как он сильно стандартный, мы его благополучно, торжественно отпускаем. Давай. Лунку. Плыви, родной. Расти. Поклевка. Ага. Ого. Лука. Ну. Крупняк? Эх, не вытащу, наверное. Леска звенит. Давай. Вот он, родной. А может, тот же опять? О. Второй раз. И тот понравился, наверное. Так, а здесь вместе с окунем еще и ерши. На уху как раз. Заканчиваем. Че? Уходим. Ага, все. Пока не поздно. Боишься, оштрафуют? Да. У кого снегоходы, а у кого велосипеды. Вот далеко не надо ходить. Сидит рядом с тропинкой, руками машет. И смотрите, какие окуни. Вот. О, экземпляр. Не стыдно назвать окунь. Смотрите, мамка какая красавица. На мормышку без мотыля? Да, на эту самую, на куриную шкурку. А-а-а. И снова подтвердилась истина, что счастье вот оно рядом. Рядом с тропинкой, которая ведет домой. Случайно, скажете вы? Удача, отвечу я. И везение. Ну вот и все. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Так что, ребята, увидимся теперь в новом 2021 году.